В этом году Казахстан и Узбекистан отмечают 25-летие установления дипломатических отношений. К юбилейной дате приурочены гастроли в Ташкент Казахского государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы. Концерт организовало посольство Казахстана. Помимо произведений великих казахских кюши, наши соотечественники исполнили композиции мировых классиков. На сцене выступили звезды казахстанской эстрады Нурлан Абдуллин, оперный певец Сундет Байгожин, а также заслуженный артист Узбекистана Жинисбек Пиязов. Курмангазы оркестрды жүдө алдыннан. Оркестр имени Курмангазы выступает очень давно. В их репертуаре есть множество мировых произведений. Для меня большая честь выступать на одной сцене с вашим оркестром. Пусть дружба наших стран будет вечной. Курмангазы оркестры өз өнерін. Оркестр имени Курмангазы исполнил не только казахские песни, но и узбекские произведения. Надеюсь, отношения между братскими странами станут еще прочнее.